По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы смогут заработать около 4,5 миллионов. Также новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер социальной поддержки. 1 600 000 от правительства Самарской области и 400 тысяч при заключении контракта на год и более от президента Российской Федерации. Для поступления на военную службу по контракту необходим всего минимальный пакет документов. Первое и самое основное – это паспорт, военный билет при наличии, также ИНН, СНИЛС и документы об образовании. Все. С этим пакетом документов можно обратиться в военный комиссариат по месту пребывания, по месту регистрации. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районной администрации по месту жительства.